не блистала на этапах серии Гран-при, но на чемпионате Канады уже второй год подряд она получает бронзу. Ныне тренируется вместе с Ричардом Келлоханом. Лесли Хокер. Лесли Хокер, конечно, не просто, потому что данные не совсем позволяют ей делать те вещи, которые могли бы позволить ей кататься еще более технично, еще более мощно. Ричард Келлохан, как всегда, сдержан в своих эмоциях. Для тех, кто его знает, можно сказать, что в данный момент он буквально разбушевался. Но Лесли явно не стоит на месте, старается, разучивает новые элементы. Как вы видели, в начале программы даже прыгнула Луц Ридбергер. И это для нее великолепно. После такого каскада трудно успокоиться, чтобы следующий прыжок сделать так же четко. И
В общем-то, на высокие оценки вряд ли стоит рассчитывать. Техника на том же уровне, что у Синтии. Еще на 1 балл больше за остальные компоненты. Балл сняли, итого 46-96. Здесь она на первом месте, но, как вы понимаете, впереди еще несколько спортсменок, которые, ну, как минимум, на 5-6 место канатку